Всем привет, приготовлю чебуреки с сыром и мясом. Погнали! И начну я с теста. Добавляю 200 грамм крутого кипятка, пол чайной ложки соли, 2 столовых ложки подсолнечного масла, 1 столовую ложку муки и 1 яйцо. И все хорошо перемешиваю. И в конце добавляю 2 столовые ложки водки. Просеиваю 500 грамм муки и заливаю полученную смесь в муку и замешиваю тесто. Скатываю тесто в шар, убираю в пакет и кладу в холодильник. Нарезаю небольшими кусками, в моем случае 500 грамм свинины, также можно использовать говядину или баранину, и прокручиваю на мясорубке. Мелко нарезаю пару средних луковиц, шинкую пучок петрушки и пучок укропа. И добавляю к фаршу. Перчу и солю по вкусу. Чтобы чебуреки были сочные, добавляю в фарш примерно 150-200 мл воды и хорошо перемешиваю. Также можно использовать бульон. Для чебуреков с сыром нарезаю небольшой пучок петрушки и укропа и натираю сыр с сулугуни на крупной терке. И перемешиваю сыр с зеленью. Достаю тесто из холодильника и раскатываю в овал и нарезаю на равные куски. У меня получилось 14 штук. Скатываю каждый кусок теста в шар и убираю в миску, и чтобы тесто не сохло, накрываю влажным полотенцем. Присыпаю доску и скалку мукой и раскатываю тесто. По возможности в ровный круг, но если не получится ровно, ничего страшного. Добавляю тертый сыр и зелень и слегка смачиваю нижние края. И закрываю начинку, слегка прищипывая края, и прохожусь с обоих сторон вилкой. И чебурек готов. И таким же образом делаю чебуреки с мясной начинкой. Заливаю в сковородку подсолнечное масло примерно так, чтобы оно покрывало чебурек. Жду, пока масло нагреется, закидываю чебуреки и обжариваю их примерно около 2 минут. Когда чебуреки готовы, выкладываю их на тарелку постеленной салфеткой, чтобы впиталось лишнее масло. И получаются сочные и вкусные чебуреки. Особенно вкусные чебуреки с сыром. Всем приятного аппетита!